Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Всем привет, а сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 212. Нам нужно вычислить устно. Пункт А. 20 минус 8 – 12. 30 минус 9 – 21. 30 минус 18 – 12. 40 минус 17 – 23, и 50 минус 14 будет 36. Пункт Б, тоже вычитание. 100 минус 6, 94. 200 минус 5, 195. 200 минус 10, 190. 300 минус 15, 285. И 400 минус 29 будет 371. Пункт В. Тут у нас сложение. 153 и 7 будет 160. 284 и 6 будет 290. 238 и 3 будет 241. 327 и 9 будет 336, и 118 и 17 будет 135. Дальше пункт Г. Здесь деление. 90 на 90 – 1. Вообще любое число само себя будет 1. 80 на 4. 8 на 4 будет 2. И еще 0 дописываем. Любое число разделить на единицу будет это же число. А любое число умножить на единицу будет тоже это же число. То есть и здесь у нас число 120 получается. И 250 разделить на 5. 25 на 5 будет 5. И 0 просто приписываем. Пункт D умножение. 24 умножить на 2 будет 48. 15 умножить на 3 – 45. 17 умножить на 3 будет 51. 18 умножить на 4 будет 72. И 19 умножить на 3 будет 57. Вычислили все необходимые примеры устно. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.